Брещанин Александр Кузнецов в профессии уже 13 лет. Начиналось все с простого хобби, которое быстро переросло в ремесло. Сейчас у Александра своя кузница. Здесь, сливая воедино огонь, металл и свою фантазию, мастер рождает настоящее произведение искусства. Когда-то я поработал с человеком немножко, мне понравилась ковка. Вот, я решил сам попробовать. Было много друзей, у кого были дома. Вот я на друзьях учился, ковал им, как бы. Со временем понял, что дело мое, и надо отрабатывать свою фамилию. Сегодня современный кузнец мало похож на былинного силача с пудовым молотом, лихо выковывающего меч и с легкостью гнущего подковы. На смену дровяному горну пришел газовый. Молот стал механическим, а вместо подков до оружия куют теперь настоящие произведения искусства. Очень много друзей кузнецов, они примерно моего телосложения. Как бы зимой я могу поправиться, за лето все это скидывается. Физически тяжелый труд, быстро худеем, как бы нет таких людей. Среди главных качеств современного мастера кузнечных дел – желание работать с фантазией и уметь черпать вдохновение из разных источников. Как шутит сам Александр, для повседневной работы есть интернет, а вот для эксклюзивных – вдохновение. Научиться можно чему угодно. Как бы медведя учат ездить на одном колесе, а тут именно желание. Потому что металл, раскаленный металл, он как пластилин. Если человек немножко понимает, как, он сделает. А если нет желания, то хоть ты умеешь, не умеешь, делать не будешь. Потому что если у меня нет желания, я даже на работу не еду. Смысл ехать, если работать не хочется. А есть желание, можно творить вещи. Скажем, кузница, кузнец, творческий человек. Как любой творческий человек, Александр следит за достижениями своих коллег по ремеслу. В отличие от художников, здесь на вещь не ставят подпись автора. Но у каждого кузнеца свой стиль и манера исполнения. Все это придает изделию индивидуальность. Ехавший по городу, я могу сказать, это делала эта фирма, это делал этот человек. И многие кузнецы так понимают. Каждый бьет по-своему. То есть, ну, не проблема человеку, который отработал в кузнице, ну, хотя бы лет 5, отличить работы. Зная каких-то других кузнецов, не проблема отличить. Совместить необычный дизайн и классическую ковку у Александра Кузнецова получается хорошо. Недостатка в заказах у мастера нет. Да и в рекламе Александр не нуждается. График работ расписан до марта будущего года. А это значит, что ремесло кузнечное вне времени и моды. Потому что настоящее. Ирина Альшова, Денис Величкевич, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.